Орлова Мария, гимназия, 2 А. Мой прапрадедушка Щукин Сергей Петрович родился в 1923 году в деревне Вологодской области. В 1942 году призвался на фронт. Он воевал старшим сержантом. В июле 1943 года принимал участие в боях на Курской дуге. Дед рассказывал, что день смешался с ночью. От копоти и дыма не видно было ничего вокруг. Грохот орудий и взрывы снарядов оглушали. Но наши войска не могли пропустить немецкие войска. Это же была прямая дорога на Москву. Ох, и досталось же тогда немцам. Мы одержали победу. Но о победе дед узнал уже в госпитале, где оказался после тяжелого ранения. Он имел награды. Медаль за отвагу и орден Красной Звезды. Со слов моей тети, я знаю забавную историю. В деревне, где дедушка жил, в то время еще не выращивали помидоры. И он и не знал, что это такое. Когда они сидели на позициях, привез командир взвода большую телегу с помидорами и говорит: «Попробуйте, ребятки!» Дед подошел, потрогал и спрашивает: «Что же это? Гранаты такие причудливые!» Командир отвечает: «Ну ты, Щукина деревня! Какие же это гранаты? Помидоры это, помидоры! Их кушать нужно, попробуй!» Потом дед всю жизнь очень любил помидоры. Вся наша большая семья очень гордится нашим дедом.